Всем привет, ребят, это снова вы, это снова я. Пришла долгожданная пора, более-менее уже потеплело. Сейчас обещают после выходных стабильный плюс более-менее. И можно уже пчел подкормить сиропом. У них был облет, но я не был на месте, потому что я поглядел по крышкам, так визуально видно, что был небольшой облет. Сейчас где-то градусов 4-5, может в зените будет чуть больше. Завтра еще обещают вообще до плюс 8. Так что попробую заснять облет, может вторичный, и покажу вам. Сейчас вот занимаюсь вот такими делами, сейчас покажу. Потихоньку мою кормушки. Споласкиваю, утираю. Буду сейчас их подготавливать, заливать потом сытой, лечебной. И давать пчелкам уже можно, в принципе. Пускай потихоньку выбирают. Подготовился я, просохли они, вот так вырезал я, пленку буду ложить везде, банки его подготовил, сейчас потихоньку буду раздавать им, буду смотреть, кому давать сироп, кому не. Сейчас с вами, ребята, посмотрим ситуацию тут какая, будем помогать вытягивать эту семью. Осталось нам совсем ерунда тут. Надо помочь ей. Я ее уже подсматривал. Тут вот гудеж вовсю. Боюсь, что кормов у нее не хватает. Сейчас глянем. Это может улететь, спрячу сюда. Опа. Так, палочки. Убираем рамку, они опустошили всю. Канди поели. Надо им корма срочно. Выбрали они все полностью. Так. Канди повыбирали. Все повыбирали. Так, даже не знаю, как им тут помочь в этой ситуации. В идеале бы сдуть их, чтобы они попрятались. Надо это канди все убирать у них. Аккуратно убираем. Все аккуратно убираем. Опа.
идеале. Посмотреть, что с кормами тут. Так, тут медик есть. Тут есть медик, вот. Так. Тут. Тут медок есть, но немного. Так. Ну вот на этой рамке с двух сторон. Надо будет ее в серединку дать. Так. Сейчас погляжу, что тут. Ой, тут расплод у нас. Так. Тоже. Пустая рамка. Так, как бы мне лучше сделать? Вот эту рамку сюда бы поставить, а так, к расплоду. Сюда. Так. Так. Тут мед есть у нее. Подложить можно будет. Так. Тут вот эта рамка тоже с медом. Вот и это полномедная. О, какая. Ну вот сюда вот так поставлю, будет выбирать, пускай. Слава Богу, вроде более-менее кормов тут у них хватает. Но девки вроде не терроризируют ничего. Им сиропа дам. Надеюсь, все будет тип-топи. Так, вот крышечка. Забираю, закрываю вот так аккуратно. Раз переворачиваю. Все. Пчелка должна брать. Сироп должен выходить тут, и пчела должна выбирать. Ну, посмотрим. Все, потихоньку начинает брать пчела, ребята, вы видите, все нормально. Сейчас укрываем, ну а завтра мы посмотрим. Вот, девки берут уже все, отлично. Сейчас я утепляю эту банку. Вот так.
Все. Теперь будет тепло. Завтра сделаем контроль, проверим, как что. Сейчас утеплим. Все, пускай зимуют. Точнее, пускай встречает весну, облетывается. Так, будем сейчас смотреть, ребята. Тут пчела в таком состоянии разрыхленном. Сейчас будем пробовать ее слегка поддымить и попробуем просмотреть, что тут за ситуация. Так, что у нас тут? Так, рамочку мы им давали, они вот так выбрали. Сейчас мы эти дефекты все разберем, сложим аккуратно и дадим им рамки нужные. Уберем это, грубо говоря, распиздяйство мое. Главное, что дотянул я их, можно сказать, до облета. Тут вот есть немного. Странно, что-то они не вылетали, может, уже облетывались. Тут чуть-чуть есть. Хватит. Тут, в принципе, корма. Сейчас стрясу вот так. Сожму их, наверное, чтобы хватит на этих рамок. Пускай они будут ужатые. Корма им хватит. Я думаю. Утеплю их. Сейчас положу им баночку и будут они хавать сироп. Беру вот так баночку полулитровую. Сиропчика. Сиропа, да. Думаю, должны брать.
Да, сейчас эту очередную семью посмотрим, что у нас тут. Девки. Так, сидят. Тоже вот. Так, надо их стрясти. Так, палки повыкидывать уже они не надо. Воранка им пригодилась, они ее выбрали почти полностью, это хорошо. Так, сейчас их поддымим слегка. Девок разогрели, они занимались тут своими делами. Сейчас мы поглядим, что у них тут. Так. Сидят спокойно, видно, что в прошлый раз им корма давал. Если что, мы добавим куда-нибудь в середину. Вот это тяжелое тоже. И это корма у них есть. По крайней мере, вот эти три рамки вообще полномедные. Отлично. Сидят они. Так. Детки тут нету. Они под ложе готовили рамочку. Сейчас я стрясу. Она хорошая, но ее на край лучше пустить. На край сложим. Она нормальная, но они ее выели с краю. Так, мы ее подложим. Так, это сюда подтянем. Вот, тут у нас расплод. Там у маточка бегает. Значит, мы вот эту рамку тоже вот сюда так подставим. Пускай они выедают. С расплодом. Пустая. Рамочки, что у нас тут?
Маловато корма. Я сюда поставлю. Струсить ее желательно. Нет, это. Нормально эта семейка перезимовала. Девки облетываются. Можно сказать, перезимовали нормально. На четверку. Сиропа. Сейчас все. Даю им сиропа. Так, все, они сейчас будут кушать. Кушать будут. Все, утепляем. Кыш-кыш-кыш. Все, закрываем. Ну вот, вы видели, ребята, что я сделал, в принципе. Все окей, думаю, будет теперь. Погода хорошая, солнышко светит, обещает теплые деньки на днях. Вот, потихоньку пчела облетывается. Так что поздравляю вас с первым облетом. У кого нету, ну дождитесь, ребята, скоро все будет. Вот. Ну и открываем новый 2022 сезон пчеловождения, пчеловодства. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец кверху. Наверху нажимайте на колокольчик оповещания, а внизу красная кнопка подписки. Всем пока-пока, до новых встреч. Следите за новыми видео.